OMTV.ua, про найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Шах і мат. Боксера Кличко прилетел еще один удар по Зеленскому. Далее прямая цитата, которую нужно взять и отлить в гранит. Мы, говорит Кличко, можем и дальше эйфорически врать своему народу. Можем врать западным партнерам, но вечно делать это все равно невозможно. Ну, то есть Зеленский врал на протяжении 2 лет, и всех все устраивало, но как только перешел в оборону, все вдруг резко прозрели. Даже спикер ВСУ Гуменюк, который 2 года кряду сбивала все без исключения, российские ракеты и дроны, не выдержала абсурда и уволилась, сопроводив свой уход фразой: «Впереди украинцев ждет много интересного». Еще один вылизыватель задницы Зеленского, товарищ Гордон, тоже почуял ветер перемен и затянул новую песню о том, что все, все пропало. А договариваться с Россией, которая встала уже на военные рельсы, нужно было еще в прошлом году. Люся Арестович внезапно предложил устроить даже новый Майдан, а лучше военный переворот, который возглавит главком Залужный. И только после Арестович предлагает провести выборы. Ви мене спитаєте, скільки ж слів там правди самої Скабєєвої, бо нарізка, принаймні цитати, які вони, як правило, використовують, вони більш-менш витримані. Але насправді далі в гру вступає інтерпретація. Ну, наприклад, Наталя Гуменюк, яка вже заявила, що її пост просто неправильно трактували. Як і Арестович, який багато чого наговорив, але ні, він все ж таки не говорив і не закликав нікого до перевороту. Взагалі, перелік українських цитат на даний момент не обходить без головного розвідника, військового, який і от танку горів, і на міні підривався, але згорів все ж таки тільки на роботі в офісі президента. Я кажу, звісно, про Арестовича, який пошепки носиться по інтерв'ю і таки мріє стати топ-політиком. Тому не завжди слідкує за тим, що кому і як він говорить. І навіть не помічає, що вже став позаштатним співробітником російської пропаганди. Арестович? Заплакав би. Ну, Арестович, звісно, удивительний чоловік. Его способности вилять хвостом завидуют даже сперматозоиды. То есть такую скорость еще не развивал никто. То есть просто так за ним не уследить. Он тут вдруг все понял про Россию, говорят, все, мы, говорят, проиграли. Все, говорят, плохо. Притом Латынин рассказывает, насколько все плохо. Мол, страшную вещь принес я в твой дом. Ну, послушайте. Бодярин. Проблема наша в том, что мы... У нас, ну, давайте некоторые цифры назову. 100 человек самовольно оставили шапонские части в сутки в Украине. 100 человек в день, в сутки, это бригада в месяц. У нас бригада в месяц сбегает с фронта. 4,5 миллиона уклонистов, желающих становиться на воинский учет. А в подразделениях 30-40, до 70% отказников у некоторых. Просто тупо не буду воевать, делайте со мной, что хотите. Какие границы 91-го года? Батальон стирается за 2-3 недели в боях за какой-то куст, который комбату сказали взять. Глядачі YouTube-каналу Курбанова Лайф моє ставлення, наприклад, до Латиніної знають давним-давно. Я взагалі проти, аби обговорювати будь-які внутрішньополітичні чи внутрішньоукраїнські питання не з представниками українського народу. У Арестовича чи Арестовича таких принципів немає. Ну і далі елементарний факт-чекінг того, що він наговорив. Я не є частиною Генштабу, я не маю занадто гострих інсайдів із найближчого воєнного командування. Але, вочевидь, ясно, якщо в нас так багато дезертирів, якщо в нас так багато уклонистів, то виникає елементарне питання – а як в нас тримається фронт? Ну, тобто, якщо всі втікають і ніхто не хоче воювати, відповідно, десь лінія фронту мала би суттєво порватися. Та ми зараз не можемо сказати, що ми дійшли до Токмаку. Але й до Києва, я дико перепрошую, ми не відкотилися. Тому або Арестович сіє паніку, або все ж таки це знову питання інтерпретації. І об этом тоже нужно говорить. Ну, от видите, мы взяли здесь как бы несколько еще событий, которые предваряли встречу на Мальте, и закончили вот 28 января 92 года, когда президент Буш объявляет о победе Соединенных Штатов в холодной войне. Соответственно, тогда вот все-таки
непосредственно мальтийский саммит. Андрей Владимирович, мы решили, что все-таки с вас начнем. Мы примирились, вот как бы две противоборствующие системы. Или это была все-таки капитуляция, что тут, надо свои вещи своими именами. Нет, это была сделка. Сделка? Это была сделка. Это никакая не капитуляция, это была сделка, сделка текущего характера. Потому что Михаил Сергеевич, а я в то время уже работал в ЦК КПСС. Мы догадывались, что вы уже активно лили воду на мельницу. То речь шла именно о том, что это будет сделка, что это будет временное соглашение, после которого, так сказать, посмотрим, что будет дальше. Что стороны получали по этой сделке? Михаил Сергеевич честно абсолютно говорил о том, что мы получаем передышку. Передышку? Передышку. Мы получаем передышку с точки зрения того, что не надо дальше наращивать вооружение, что мы получаем передышку, потому что мы можем начать решать вместе с американцами некоторые экономические проблемы и так далее. То есть он не рассматривал это как капитуляцию в то время абсолютно. Так, подождите, правильно я вас понимаю, передышка, вы переводите дыхание, а потом продолжаете какой-то процесс. А потом продолжать диалог, вот это то, что он любил. Но при этом, Андрей Владимирович, были сданы некоторые интересы за эту передышку. То есть американцы как бы говорили, мы ничего не будем делать. За это они получали отказ наш от Восточной Европы и так далее, в сюжете перечислено. Похоже ли это на равноправную сделку? Спрошу так. Все это произошло раньше. Вот Геншер, министр иностранных дел Германии, он мне рассказывал, что все это согласие на все эти дела были даны ему раньше, когда там прогуливались на Архизе и так далее. То есть это вот это то, что было, это уже было закрепление того, что было сказано раньше. Ну хорошо, а вот ваша личная оценка, эта сделка оказалась успешной для нас? Для нас она не успешной, потому что вне зависимости от этой сделки мы получили развал Советского Союза. Была эта сделка, не была бы. Вот, потому что, я еще раз говорю, ситуация была очень простая. Начиная разваливать коммунистическую партию, никто не смог создать эффективный механизм управления страной. Все. Из-за этого все пошло. Может, тогда Вячеслав Николаевич спросим. Да. Да. Это, конечно, как представитель коммунистической партии. Только сделка не равноправных партнеров, как обычно в таких случаях бывает, а сделка с дьяволом. В этой связи, так сказать, жертвой этого дьявола стал Советский Союз и советский народ. Подождите, вы прям вот логическую цепочку отсюда, вот и вырос распад Советского Союза. Все остальное, конечно, это было начало уже физическое, видимое начало распада Советского Союза. Это была государственная измена на самом деле. Вы говорите, что Горбачев так трактовал. Да, подождите, он пытался успокоить свою совесть. Не-не, подождите, Вячеслав Николаевич. Но он получил... Передышка. Советский Союз получал возможность там заняться вместе с американцами, там, как я понимаю, Андрей Владимирович, решением каких-то там сложных проблем, я не знаю, экономических, научных, гуманитарных. И почему же он не справился? Не знаю. Он получил эту передышку, и ничего не произошло. Происходило постоянное ухудшение нашего положения, внутриэкономического и, конечно же, внешнеполитического. Мало того, что он предал советский народ, он предал всех наших союзников. Притом не только в Восточной Европе, но и во всем мире. То есть наши бывшие враги в одночасье превратились в партнеров, а наши бывшие союзники, многочисленные по всему миру, как это выясняется, они стали нашими противниками. То есть произошла измена, катастрофическая измена глобального масштаба. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.